Что такое, мы, к сожалению, не можем помочь вашему ребенку, в семье Лашко знают не понаслышке. Дочь Наталья появилась на свет с не одним непростым диагнозом. Но семья удар выдержала. Родители сделали все, чтобы дочь была максимально адаптирована. Еще они очень хотели, чтобы ребенок видел. Но врачи утверждали, патологию, врожденную катаракту, не исправить. В центре Макарчука после тщательных обследований на операцию пригласили. Решили здесь к Константину Васильевичу обратиться. Он тоже много обследовал, проверял, как. Ну и, наконец, на один лазик сделали. Она очень начала видеть хорошо по работе. Без очков работает, а так по городу очки одевает. Вот. Прекрасно. От всей души мы с женой, и Наташка благодарна Константину Васильевичу за его такие золотые руки. Самая искренняя благодарность от нас. Михаилу Василюку тоже предстоит операция по удалению катаракты. Мужчина – инвалид первой группы по зрению. Плохо видит давно, с осени практически ослеп. Передвигаться может только с чьей-нибудь помощью. Родные надеются, в центре Макарчука Михаилу Николаевичу смогут помочь. Решили обратиться в этот центр по рекомендациям знакомых, которые уже тут были на операции. Успешно, значит, проходила операция. Ну, будем надеяться, что и нам в этом центре возвратят зрение, хотя бы частично. Операция начинается как обычно, однако врач-офтальмохирург Константин Макарчук отмечает, не все будет идти по стандартному плану. У пациента сильно сужен зрачок, а для проведения манипуляции необходимо, чтобы его диаметр был хотя бы 5 мм. Но выход из ситуации есть. Есть много вариантов для того, чтобы зрачок расширить. Вот в этой ситуации, наверное, подойдут только такие крючковые ретракторы, которыми мы с четырех сторон вот этот зрачочек расширим. Вторая особенность – слишком твердый хрусталик. Но и с этим опытные руки хирурга справились. Этап удаления позади. Необходимо поставить на свое законное место искусственную копию биологической линзы. Здесь снова небольшой шаг в сторону от рядового хода операции. У пациента связки так называемого мешочка, в котором находится хрусталик, ослаблены. Необходимо их укрепить. Для того, чтобы немножко стабилизировать этот мешок, закрепить его, в сам мешок будет вводиться вот такое капсульное кольцо. Наши пациенты, ну, многие знают, мы им об этом говорим, но никто, наверное, не видел. Вот такая возможность сейчас есть показать, как оно выглядит. Вот. И оно как распорка, как бы раскроет, укрепит вот этот капсульный мешок. И уже потом хрусталичек новый будет намного надежнее, намного стабильнее там фиксироваться, держаться. Далее имплантация искусственного хрусталика. В центре используют линзы американского производства. Чуть больше обычных, 15-20 минут занимает операция, но и случай нестандартный. Результат радует и пациента, и доктора. Проходит совсем немного времени, а прогресс очевиден. Немножечко видно? Видно. Да? Да. Хорошо, слава богу. Так, сколько пальцев? 5. Ага, а так? 2. 2, молодцы. Хорошо, сможете уже пройти сами? Смогу. Большое спасибо, что хоть трохи вернули зрение. Улучшение зрения пациент отмечает после операции, но оценить результат в полной мере можно через пару дней. Глазу необходимо привыкнуть к линзе. К слову, эта самая линза имеет множество характеристик, и ее выбор – дело непростое. Подсказать и помочь сможет врач в ходе обязательного подготовительного периода. В то же время пациент проходит обследование. Как правило, время от обращения до замены хрусталика – 2-3 недели. Подробную информацию можно найти на электронном ресурсе центра, а также получить в ходе консультации координаты, указаны на сайте.